Пока этот вопрос сложный, вообще, значит, законопроект о национальной платежной системе, он уже вносился в Государственную Думу 3 года назад. То есть уже тогда некоторые депутаты понимали о том, что нам нужно в этой части тоже быть независимыми. Но пока, как знаете, не коснется конкретно, да, ситуации, то этот вопрос не был решен. Сейчас, наконец-то, опять, ну, уже законопроект утвердили. Вопрос в том, чтобы не только там на мировой уровень выйти, нужно хотя бы сделать так, чтобы эта система хорошо работала на территории Российской Федерации. Потому что у нас действительно, после того, как санкции там, касательные визы MasterCard ввели, у нас даже в России не смогли граждане оплачивать там, в любом месте, в магазине и в отеле. Поэтому мировой уровень – это очень сложный уровень. Над этим, опять-таки, нужно будет много работать, и на это уйдут годы. Первоначально стоит задача так, чтобы мы хотя бы, граждане точнее, были, находились в зоне безопасности в плане оплаты каких-то услуг, да, на территории Российской Федерации. Я думаю, все шансы есть. Сейчас устраиваются различные форумы, конференции, как раз посвященные национальной платежной системе, где учитывается опыт, опять-таки, наших партнеров из Азии. Вот. Там пытаются люди понять, как это у них получилось, приглашают, соответственно, на эти конференции. Поэтому, я думаю, успех будет, просто займет это время.